Головоломкины ТВ представляют. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем узнавать о воздушном транспорте, который мы будем раскрашивать. Ну что, начнем? Самолеты бывают разных размеров. Вот, например, этот. Относительно небольшой, но довольно маневренный. Он может служить как для перевозки небольших грузов и групп людей, так и для сельскохозяйственных целей. Попробуйте раскрасить и его. Оранжевый! Голубой! Желтый! Зеленый! Красный! Коричневый! Синий! Уверен, что вам понравилось. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы узнавать много интересного. А под видео вы можете найти ссылки на наш сайт и странички в социальных сетях. И кстати, чуть не забыл, к видео прилагается раскраска. Увидимся в следующем выпуске.